на 79-м году ушел из жизни советский и российский актер, народный артист РСФСР Геннадий Богачев. Он родился 6 марта 1945 года в городе Шацке Рязанской области. Окончил актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу Ленинградского большого драматического театра. С начала 1980-х годов являлся одним из ведущих артистов театра. Сыграл одну из главных ролей в знаменитом телеспектакле «БДТ Ханума». Снимался в кино. Сыграл в фильмах и сериалах «Проводы белых ночей», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Мастер и Маргарита», «Брежнев», «Простые вещи» и другие. Вел цикл передач «Петербург. Время и место» на телеканале «Культура». Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.